В Тобольске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с кислородными баллонами. Представители двух предприятий сообщили, что у них похитили 50 кислородных баллонов. Предварительно ущерб составил более 200 тысяч рублей. В результате выяснилось, что кража совершил ранее судимый за убийство и мошенничество мужчина 1977 года рождения. За подобные деяния он уже отсидел 6 месяцев. Выйдя на свободу, принялся за старое. Схема проста. Позвонил ПТП, представился кислородной станции. И обманным путем похитил 40 баллонов. Какие баллонов? Кислородные. Добавлю, от продажи краденого мужчина выручил более 100 тысяч рублей. Сейчас он под стражей. В отношении него завели уголовное дело.